Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Это сегодняшнее видео, как и обещала, по новому буксу. Абсолютно без вложений. Фаусус bitcoin.io. У меня вчера не получилось вывести. Он платит инстантом на Фаусус Pay. И сегодня я хочу сделать вывод, вывести свои сатоши. Ну, я уже просмотрела рекламку всю, нажимаю WinDraw. Сейчас страничка загрузится. Адрес кошелька у меня прописан, масштаб я сделала поменьше. И сюда прописываю сумму. 0. Раз, два, три, четыре, пять, 211. Вот так. Нажимаю WinDraw. Сюда зеленую. Так, угу. Тут говорится о том, что должен прийти код на электронный адрес. Сейчас пройдем на почту и посмотрим. Еще нет письма. Давайте подождем немножко. Ну, письмо пришло довольно-таки быстро. Вот так, с таким кодом каждый раз будет приходить, друзья, новый код при выводе денежных средств. Это у них такая защита. И мы вставляем сюда этот код. Смотрим вот здесь, чтобы, друзья, у нас не было пробелов. Нажимаю теперь вот сюда. Confirm. Так, давайте переведем на русский. Автоматическая выплата успешно завершена. Давайте зайдем в историю. И все, финиш. Видим, да? 211 биткоин сатошков. Так, Фаусус биткоин ИО. Идем на Фаусус Пэй. Так, я перезагружаю страничку. Перезагружу. Пожалуйста, друзья, смотрите. Так, Фаусет Биткоин, ПТС Фаусет, 211. Даже странно, комиссию не сняли. Вот, БТЦ. Как бы 3 марта. Букс платит инстантом. Я так понимаю, что вчера было не вывести. Так как он свеженький, только запустился, еще сайт сырой. Вот. Еще здесь будет много чего для заработка. Так. Где у нас? Вот ПТС-ки, видео у меня не показывают. У кого видео показывают, просматривайте видео. 10 видео в день. Это плюс еще 10 биткоин-сатошиков. Так, потом еще будет, я так понимаю, YouTube видео. Твиттер вчера прошла. Трафик грид. Так. И что? И Facebook должен быть, потому что там был еще Facebook. Я не привязывала, так как его пока нет. А Twitter, за Twitter мне дали 90 биткоин сатошиков. Я считаю, это неплохо. Продолжаем работать. Есть здесь также чат. Присутствует админ. Здесь вот статистика идет. Вот мой вывод. И вот я второй день на проекте. И здесь как бы показан заработок. Всем удачи, больших заработков. Буду периодически проверять этот бокс на вывод, делать видеообзор. До новых встреч!